Замысел картины зародился у Коровина в ту пору, когда он занимался оформлением спектаклей на фольклорную тему. Сюжет навеян оперой «Снегурочка», поставленной по мотивам пьесы Александра Ивановича Островского. Полотно написано в 1886 году. Своей простотой вместе с тем небывалой изысканностью оно принесло живописцу успех и стало знаковым в его творчестве. В жанровом отношении картина представляет собой идиллию, лишенное событий поэтически созерцательное произведение. В ней нашло отражение увлечение художника народным искусством и орнаментом, изображенной на картине девушки, крестьянки Тульской губернии в национальных платьях. Их фигуры выглядят несколько постановочно, они выписаны обобщенными цветовыми пятнами, в то время как пейзаж изображен с детальной точностью. Стоит отметить, что в этой картине у Коровина впервые появляется столь мощный контраст красного, белого и зеленого цветов. Размашистая импульсивная манера письма – результат увлечения творчеством шведского импрессиониста Андерса Цорна.